Здравствуйте! Вас приветствует программа «Светский раут». Я Анна Гостюшина. 22 песни легендарного квартета «Абба» слились в одну. Что это? Мюзикл «Мама Мия». Находимся у Московского дворца молодежи, где и состоится премьерный показ музыкального спектакля. Как юна, как прелестна ты. Dancing Queen бьется в пульс точно там у него. Замечательно. Я только что посмотрел это в Америке. У нас не хуже. Может быть, лучше? Буквально даже. Сейчас посмотрим концовку. Там блестящая концовка. Если мы окажемся на уровне в конце, то безусловно, это будет самый лучший мюзикл. Любите Абу? Обожаю, конечно. А любимая песня? Молодость. А? Любимая песня. Ну, какая может быть бизнесмена быть любимым? Мани, мани, мани. Мани, мани, мани. Все в кармане. Мир богаче. Мани, мани, мани. Все под мани. Все во власти твоей. Если ты имеешь деньги, все для богачей. Ну что, очень хорошо, замечательно. Мы помним Абу. Я видел это в Лондоне. Здесь не хуже. И артисты, и музыка, и наш кардебалет, он, по-моему, самый лучший в мире. Ваша любимая песня Абба какая? «Мани, мани». Потому что это единственное, чего всегда не хватает городу для того, чтобы решать свои проблемы. Я увидела то, что ожидала. Я думала, что такой легкий мюзикл, весь построенный на музыке Аббы. Для меня это ностальгия, это мои 70-е, это мое поколение. Поэтому я считаю, что очень хорошо сделали. И перевод хороший, и сценарий нормальный, есть юмор, есть ирония. Все не так банально, потому что все становится банальным, когда слишком серьезно. Поэтому и голоса хорошие, и обе героини похожи немножко на солиста Каббы и дочка и мама. Поэтому я получила удовольствие. А ваша любимая песня Абба какая? Ну, их много, но, в принципе, «Мама Мия», конечно, и «Мани, мани». Мани, 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 все в кармане, в мире богаче. Мани, 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 все так мани, в мире богаче. Все во власти твоей. Всегда приходите к нам, наш дом открыт для вас. Пожалуйста, здравствуйте. И сюда, и сюда. Видимо, это единственная страна, где песня Абы нуждается в переводе. Я хочу сказать, что видно, что переводил эти песни, а это главная проблема этого мюзикла, что песни Абы, которые к нам приходили в 70-х без перевода, и стало быть, навсегда вошли в наш мозг, здесь звучат в переводе. Это коробят. Это главная проблема восприятия мюзикла. Кортнев что же переводил. Так вот, Кортнев умеет писать песни, как мало кто. Кортнев прекрасно знает, каково это, когда у тебя из головы или еще откуда-то вылезают слова, природно вросшие в мелодию. Я прямо вижу, как Кортнев борется с русской филологией. Иногда ему удается победить. В любом случае, столько труда здесь, это же видно, столько здесь талантливого труда, что хочется пожелать, чтобы рыба клюнула. С точки зрения шоу это интересно? Вы меня спрашиваете?
Ты же там зритель. Послушайте, я носитель мировоззрения Абы, в смысле поколения Абы. Я как раз и есть тот самый, что все эти песни встречал как новенькие, как свеженькие. Я поколение с 70-х. Я хочу сказать, Абу в мои годы любили только ПТУшники. В мои годы мы любили Pink Floyd и Deep Purple. И Брежнев еще любил. Ну, а этот-то первый землеустроитель из Забайкальска, конечно. Вот такие-то и любили Абу. Поэтому мы слушаем музыку рабочих окраин. Мы слушаем музыку детей из ПТУ. Мы слушаем музыку размалеванного населения рабочих общежитий. Вот это что такое? Поэтому нравится ли мне шоу, связанное с рабочими общежитиями, в меньшей мере, чем их предыдущий выверт с решеткой Зимнего дворца в 17-м. Это меня забавляет больше. Спасибо. Любимейшая музыка, которая рождает какие-то самые невероятные, неожиданные воспоминания и просто... А чем была для... Потрясающая героиня. А чем была для вас группа Абба? Ну, это моя юность, совсем, совсем такая невинная, нежная юность. И эти две девушки... Привет. Конечно. Какая больше нравится? Какая больше нравилась? Нравилась, вы знаете, лицо мне нравилось черное, а вот самая сексуальная попа – это у белой, мне кажется. Так говорили, во всяком случае, самый... Я даже падаю с ног. Понял. А приживется у нас этот мюзикл? Мне кажется, да. Мне кажется, этот мюзикл должен жить, потому что... Залог успеха мюзикла – это, конечно, музыка, прежде всего. И здесь это хиты. Здесь что не песня, то хит. И любимейший, и он на все времена. И поскольку сейчас 80-е возвращаются, конечно. А ваша любимая песня? Любимая? Не знаю. Вот я думал, вот моя любимая. Следующая звучит еще более любимая. Замечательная музыка. Музыка моего моих молодости, моих родителей, моего глубокого детства. Столько огня, столько какой-то энергии живой, позитивной, хулиганства, дурашливости, искренности. В общем, вот такой праздник, особенно для людей старшего поколения, вот скажем. Но перевод замечательный. Это Алексей Кортнев делал прекрасно, просто замечательно. Это очень сложно всегда переводить мюзиклы, потому что даже гласные должны совпадать с английскими гласными. Это всегда большой труд найти подходящую рифму, не потеряв смысл. Я думаю, что вот ему удалось. Очень удачная работа. Актерские работы великолепные. Очень много своих родных и близких. Друзей, актеров я увидела еще из Нордоста. Я уверена, вот, что успех просто обеспечен. С точки зрения продюсировано, грамотно сделано? Ну, пока трудно сказать, потому что я, мне кажется, чуть-чуть скованный еще. Ну, премьера все-таки все переживает, какая ответственность, да? Но все, что надо, есть, теперь раскручивается и обкатывается. Я думаю, все будет очень здорово и будет идти очень долго. Именно вот эта поколенческая идея, что молодое поколение, постарше, я думаю, это как раз то, что надо сейчас в России и в Москве. Ваша любимая песня? «Мама Мия». Ты меня обманул, сам ты помнишь, когда я решила тебя позабыть навсегда. Что тут сказать, мне бы быть умней, лишь один взгляд и с душой унесла. Мама Мия, милый мой.
смотрели программу «Светский раут». С вами была Анна Гостюшина. Увидимся на тусовке.